Друзья, экстренный выпуск. Требуется срочная помощь котенку. Первый вопрос, друзья. Если на месте этого котенка окажется кто-то из нас, скажите, чего мы будем ожидать от окружающего мира? Просто ответьте на этот вопрос. Чего будем ожидать? Чтобы от нас отвернулись, перевернули листок, пролистнули страничку, закрыли видео. Скажите, чего мы бы хотели? Чтобы на нас наплевали или чтобы нам помогли? Выбор за вами, люди. Я сейчас обращаюсь к вам просто как к людям, у которых есть сердце. И если оно у вас есть, ребята, я прошу вас отозваться. Экстренный выпуск. Требуется срочная помощь котенку с раздавленной гниющей лапой. Срочно, ребята! Тут отсекать лапу надо, отнимать. Она гниет. Эту лапу отсекать надо. У вас сколько стоит будет? А куда вы потом ее денете без лапы? Я не знаю, что делать. Я обзвонила все в Москве, там что-то 15 тысяч ежемесячно платить. Первый платеж вносить. Но мы у себя не оставляем, у нас нету приюта. Я поняла. Эта лапа гниет, ее отсекать надо. Отрезать вот так вот, по локоть. Она высыхает и гниет. Это повязка без толку. Сейчас что делать? А что, ничего не делать? Ее нужно лечить. Но мы у себя не оставляем, девушка. Хорошая кошка такая. Красивая. Она, видать, еще. Она куда-то попала, видите, ей все раздробили. Да. Все раздробили, ей вот это вот надо вот так отрезать лапу, потому что все гниет. Потому что так отрезали, она все равно будет гнить и культяшка. Вот надо по локоть. То есть никакие антибиотики уже ничего не спасут. Вылечите, возьмите, отрежьте лапу. Две кошки. Ну, чтобы третья. Другое дело, если денег нет, это да. А чем-нибудь еще перевязать, чтобы какую, чтобы не слетела сейчас. Она все равно слетит, понимаете? Потому ее вытянуть, что лапы вылечить надо. Потом больные не нужны. Она уже где-то, может быть, дня 3-4 уже с такой лапой. Да, да. Это уже не маленький срок. Уже кожа там отваливается. Ну, потому что и гниет, если была свежая рана. Где-то гниют, ищите. Ну, и сколько вот она времени может вот так вот прикладывать? Пока мы где-нибудь найдем. Вот так, никто ничего не стал делать.